Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я хотел рассказать, ну, как оказалось, один из самых популярных видео на моем канале — это «Что плохого в работе программиста?». И меня там покрыли немножко всякими какашками со словами «ты ничего не понимаешь» и вот это все. Ну, блин, а я решил вам вместо этого записать видео «Что хорошего в работе программиста?». Так вот, поехали. Хорошего в работе программиста более чем достаточно. Давайте просто буду накидывать даже не в порядке очередности того, что важно для меня, а в порядке того, что мне придет в голову. Ну, например, в работе программиста есть совершенно шикарное свойство. Ты всегда понимаешь, что сделал ты что-то или нет. У тебя есть и компилятор, у тебя есть и, собственно говоря, тестировщики, еще что-то. То есть твоя работа конечна. Да, конечно, могут поднакидывать новые фичи, еще что-то, но ты понимаешь, вот ты сделал что-то, ты его сделал. Это безусловно. Потому что в очень многих профессиях, особенно, например, там совсем творческих, там копирайтеры какие-нибудь, там писатели, журналисты, да, ты написал статью, но она может быть вообще говном. Она закончена? Нет, не закончена. Ты сам определяешь, когда она закончена, да? У программиста, в принципе, ты имеешь какие-то достаточно четкие критерии к тому, когда ты сделал, и ты можешь чувствовать, что ты крут, ты это сделал, это здорово, у тебя это получилось. Это офигенно, собственно говоря, наверное, это вообще основная причина, по которой я столько времени был программистом. Вот. Второй момент, ты занимаешься реально сложным делом. Чувствуешь себя круче, чем 95% остальных, это доставляет в любом случае. Это офигенно классно. Ты чувствуешь, что ты делаешь что-то сложное, тяжелое, никому непонятное. При этом, это третий момент, который я хотел сказать, ты получаешь хорошую зарплату, если ты хороший профессионал. Да? То есть и ты мог бы быть ученым, потратив гораздо больше сил и времени, и вообще тебе бы потребовалось гораздо сильнее пострадать, чтобы стать ученым. Программистом ты станешь гораздо проще, и при этом можешь чувствовать себя офигенно крутым человеком, который прям лапочка, и который вот пользуется уважением всяких тян и окружающих. Ого, он программист, молодец, классно. Но, блин, серьезно, раньше надо было, блин, докторскую диссертацию защищать, чтобы стать быть таким крутым. А сейчас программист — это даже в чем-то круче. Ну, вообще, уважение окружающих — это, ну, не последний, если не сказать первый аспект, который вообще приходит в голову, когда говоришь про профессию программиста, что в ней хорошего. Ну и дальше разные приятные бытовые мелочи, которые в основном проистекают из хорошей зарплаты, из того, что ты востребован на рынке, ты можешь, в общем-то, не переживать за будущее, потому что, ну, программист, который боится потерять работу, ну, в современных условиях это такое, ну, то есть, нет. Очень мало кто в каких бы то ни было профессиях не боится вообще потерять работу. Это доставляет, реально, это классно, вот. Кроме всего прочего, у тебя... Ну вот это тоже одно из преимуществ работы программистом. У тебя развивается достаточно скоро, там через 3-5 лет опыта, появляется умение делать правильные выводы из недостаточного количества информации. Да? То есть ты чувствуешь, что даже в тех областях, которые как бы тебя вроде бы как не касаются, политика, искусство, там, игры, еще что-то, ты очень быстро находишь какую нужную тебе информацию и оказываешься круче, чем большинство. Просто за счет того, что ты быстро соображаешь и понимаешь, где и с какой стороны основное, куда потратить силы и так далее. Я, например, да, возможно, что тебе там не хватит где-то реакции, где-то не хватит каких-то других способностей, но то, что ты будешь знать лучше, чем большинство, это вообще безусловно. И это во многих отношениях очень доставляет, я бы так сказал. Вот. Да, конечно. Ну, то есть можно получить вообще вот этот аспект, чувствовать себя немножко долбанутым профессором, да, этим сумасшедшим, с растрепанной прической, и при этом получать хорошую зарплату. Это доставляет, да. Вот. Вот. Ну и последнее, что я хотел сказать, это, конечно, то, что, ну, софтверные компании, как правило, очень заботятся о своих сотрудниках по сравнению со всеми практически компаниями, работающими на других, в других отраслях. Рабочие места программистов в разы лучше. Такие рабочие места есть, наверное, только мало у каких профессий. Причем
такие хорошие рабочие места, ну, там все, причем всякие плюшки, бонусы, там, типа медицинского страхования, там, каких-то там обедов, там, каких-то там, не знаю, там, ну вот приятного, хорошего офиса, там, чистенького и так далее, но это такое тоже очень неплохо, согласитесь. Ну, на самом деле, плюсов в работе программиста более чем достаточно. Я, честно говоря, даже не перечислил десятка из них. Но я хотел сказать, что я не считаю, что работа программиста – это плохая. Она очень хорошая работа, очень классная. Но у нее есть свои недостатки, которых я рассказывал в том видео. Но, конечно, преимущество для большинства людей перевозмогает. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки и расскажите, что вы думаете про работу программиста. Она хорошая вообще или нет? Как считаете? Пока!